да. Вот чтобы бы попало. Не волнуйся. Ты ж хорошая. Хорошая. Попадешь на телевидение. Не абы куда. Красавица. Вёска эта была заснована давно, и её назва пошла Старый Дедин от того, что колисти тут жил старый дед, и он прожил больше за 120 годов. И вот, когда поселялись другие люди, то они по этому деду и дали назву Старый Дед, Старый Дедин. Пройдите по деревне, стараются, чтоб и дома ухоженные, каждый как-то хочет, чтоб как-то родина была красивее. А вот здесь кошечка. Трехцветная кошечка на счастье. Да, поэтому и оставили специально ее, говорят, Минск заберут. То есть в Минске будет дарить, да, кому-то счастье. Да, да, не все старому деде, но не надо говорить, и в столицу, да, немножко завести. Да. Барсик. Иди сюда. Иди сюда, маленький. Ты, Иван Ильич, он меня не укусит, нет? Да не-не-не. Вот это у нас такой двор, что более, чтоб не пускали ни курей, а то они. А здесь хозяйственный двор. Вот здесь у нас куры. Вон малюсенькие, видите, какие? Вывелись на осень. Они будут живы. И сколько их там целая стая? 11, да. 11? Да. Цоко-цоко-цоко. А дайте нам, я тоже хочу. Цоко-цоко-цоко-цоко-цоко. Цоко-цоко-цоко. По-моему, я их разгоняю. Сейчас они есть. Стой, 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 стой. Хорошая, хорошая. Такие уши большие. Есть больше всего. Жизнь в старом деде несчастливая? Ну, конечно, счастливая. А, это ж она там записывает мне. Так вы счастливая, вы с полным ведром, я не могу вас не снять. Значит, нам на удачу. Да. Точно будет. Точно вам удача будет. Обещаете? Обещаю. В свое время крестьянин Гудков, распахивая свой участок, нашел монеты, которые являются очень древними. Но в настоящее время этот клад как бы утерян во время Великой Отечественной войны. Здесь до сих пор живут такие заможные, богатые люди? Обычные люди, да, которые зарабатывают свой, ну, как бы кусок хлеба своим мозолем, так можно сказать, своим трудом. Работают на земле. Это вот основное богатство нашего села. Какая красота. Вот такие красивые тыквы, такие яркие, такие радостные, правда? Угу. Да, да, садят арбузы. И много людей в деревне садят арбузы и выращивают. Но это тыква для скота и для себя. Такая здоровая такая. Как урожай? Очень хороший. Правда, несмотря, да, на засуху. Несмотря на засуху, и у нас земли песчаные, мы никогда не думали о том, что в этом году мы накопаем столько картошки. Картошка была отменная. Вот
Боже. Какие красивые, как сказочно. Боюсь даже спрашивать, зачем вам они, потому что мне сразу станет жалко. Ну, деревня старый день, человек, наверное, 160, может, 180 осталось в этой деревне. Когда-то было, конечно, побольше. Места у нас здесь очень хорошие. Лес богатый на все, и на бруснику, и на клюкву, и на землянику, и на чернику, и на грибы. Очень хотелось бы, чтобы, конечно, наша деревня вот это, вот как-то, ну, не заглохло это все. Вот чтобы как-то продолжалась жизнь. Я когда-то была молодою, мне в окошко светила луна, появилась прядка седая, и луна мне теперь не нужна. Появилась прядка седая, и луна мне теперь не нужна. Похоже, он не хочет со мной знакомиться. Всю жизнь умудряюсь работать, и что в декретном я сидела, наверное, за все года два. Так вот. И это за семерых детей? Да. Потому что, чтобы надо детей обувать, одевать и кормить. И хозяйство держим. И хозяйство держим, конечно. Ну, сейчас у меня 4 свиней, бройлеры, индюки, куры, ну, собака и кот. Как по заказу, да? А кто послушный в хозяйстве? Все послушные. Я Даша. Я Катя. Я Маша. Все живете в Старом Дедине? Да. Мне нравится купаться, ходить играть. А на самом деле? Купаться. Ну, Старый Дедин, там, где я родился. Там, где мои родители родились. Ну, отсюда все уезжает, уезжает это все молодежь. Но хочется, чтобы больше людей было. Я хочу пожелать всем, чтобы все были здоровы и чтобы деревня там всегда была.